Юные новгородские хоккеисты отправились сегодня в Пермь. Команда «Йети-2006» примет участие во всероссийских соревнованиях «Золотая шайба». Для команды «Йети-2006» поездка на соревнования – дело привычное. Со спокойными лицами они катят свои огромные сумки к автобусу, что отвезет их на самолет в Пермь. Но вот их родителям пришлось понервничать. Они до последнего не знали, кто возьмет на себя финансирование поездки. Пришлось даже обращаться за помощью на наш телеканал. После выхода сюжета в новостях ситуация разрешилась. Ну а самим хоккеистам, по словам тренера, это соревнование будет особенно интересно, так как оно всероссийское. Чтобы хотя бы они понимали, для чего они растут, куда они растут, что это не только на уровне Санкт-Петербурга, где к детскому хоккею не очень хорошее отношение, скажем так, а что действительно хоккей есть, в хоккей играют. Это действительно спорт номер один в России. Команда сейчас находится в наилучшей форме. Да и медали турнира «Золотая шайба» новгородские спортсмены уже привозили. Так что и в этот раз ждем ребят только с победой.